Все-таки мы не удержались. Есть место, которое хочу показать. Мы поднялись на башню Алфавита. И, соответственно, вот такой вид. Не могу сказать, сколько здесь метров, но достаточно много. Вот такой пляжик отсюда. Не могла этого не показать. В эту сторону у нас идет море и Аня. Маленькая галерея выставлена. Давайте посмотрим картины художников, я так понимаю, грузинских. Прикольно. Ань, посмотри, какие картины. Вот это в твоем стиле, это как ты любишь. Да? Чтобы поразгадывать, что это. Здесь прохладненько, классно. Прям кайф. После кручения педалей, конечно, немножечко жарковато стало. Вот мне очень нравится, красиво. Вот такая парочка. Так, ну проведу вас по кругу. Это этаж панорамный. Здесь, как я понимаю, кафе или ресторан расположен. Можно зайти взять водички, потому что мы уже свою выпили. Ну, конечно, жарковато. Я думаю, мы адаптируемся через денек другой. Но пока так как бы жарковатенько. Вот и кафешка. Здесь десерты, ну и можно выпить. Фотозона, видимо. И вот такой вид. Кстати, вот и колесо обозрения. Смотрите, какое оно кажется маленькое с этой высоты. Совсем малышка. А земли так мощно. Вот так. Вот мы поднялись под самый купол. Я покажу, как это выглядит с земли. Так вот, мы под самым небом, под самым-самым верхом. Над нами уже последний ряд стекла. Но здесь, конечно, чуть жарче. Такой легкий парниковый эффект, видимо. По периметру вот этой башенки, ну, ой, здесь так плохо видно, но это, в общем, башня, это башня лифта, я так понимаю, и вокруг нее идут сидушечки, где можно посидеть и полюбоваться на виды. Ты поднялась? И Анютка забралась тоже. Здесь немножко душновато, да? Вот, на самом верху, там не так. Сейчас мы спустимся. Вот под нами была эта зона кафе, ниже этажом. Сейчас мы спустимся туда, потому что здесь немножко душновато все-таки. Классное место выращивать огурцы. Просто прелесть прелестная, какие огурцы получатся. Видите, ребята снимают. Спуск.
такой интенсивненький, можно сказать, спуск. Притормаживаемся. Вещь классная. Как-то только они используются по полной. Слабенький такой, кафешечка слабенькая наверху, как бы. Ну и все, зона осмотра. Такая панорама. Можно было бы, конечно, что-то посерьезнее здесь придумать. Но все равно, круто, молодцы, красиво. Ну и вот мы вышли из башни Алфавит. И вот так она выглядит снизу. Вот так. От земли и прямо в небо. На башне мы видим все буковки грузинского алфавита. А их, кстати, 33, если я правильно помню. 33.